Всем привет, это Хэдпан Шоп, Андрей Лето, и сегодня мы проведем небольшой урок по тому, как играть на ханге. Это обязательно говорить? Ебаный брат. Угу. Еще подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, что бы вы хотели услышать в дальнейших выпусках. Может быть, вы хотите видеообзоры или интервью у музыкантов, вопросы по тому, как записывать композиции, как их выкладывать, возможно, как концертировать в нынешних условиях. Как играть на ханге. Мы все знаем, что инструмент называется хэндпан или пантом, но таковы условия игры. Сегодня будет достаточно простая мелодия, которая будет состоять из всего 8 ударов, 4 удара правой руки, 4 удара левой руки. Мы берем инструмент к себе первой нотой и начинаем с этой же первой ноты. Мы сначала ударяем большим пальцем правой руки, вращательным движением по первой ноте. Левая рука, и дальше идут указательные пальцы по нотам, которые выше. Левая рука ударяет по четвертой ноте, правая рука по пятой, левая рука по шестой, правая рука по седьмой, и идем обратно. Левая рука 6, правая рука 5, левая рука 4. У нас всего получается 8 ударов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Единственное, что меняется, это мы играем сначала первую ноту, потом вторую ноту мы играем указательным пальцем. Третья нота идет большим пальцем, единка указательным пальцем. Мы меняем только первый удар из 8. То есть идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И мы зацикливаем эту мелодию. В дальнейшем вы можете менять ноты, которые выше. В описании к видео будут ссылки на социальные сети и на сайт, где вы можете оставить свою заявку, чтобы прийти к нам в гости, выбрать инструмент, все пощупать, попробовать и записаться на обучение. Знаешь, когда был ролик просто, когда мы подряд все говорили прошлое без остановки, было проще, теперь не очень понятно. Теперь нужна концовка, правильно я понимаю? Нет, концовка есть. А-а-а. Все? А как же